В апреле во всех муниципалитетах Московской области отмечают День труда. Лучших работников предприятий и организаций городского округа Щелково пригласили в Центральный дворец культуры. Для них подготовили концерт. С праздничным приветствием к собравшимся обратился руководитель муниципалитета Андрей Булгаков. Он отметил, что во многом благодаря успехам в труде щелковцев округ занял первое место в итоговой системе оценки, которая была дана областным руководством. Мы занимаем первое место в рейтинге городов Подмосковья. Это значит, что у нас есть люди, которые умеют трудиться. Умеют трудиться на наших крупных предприятиях. В здравоохранении, в культуре, в спорте, в молодежной политике, на других предприятиях, которые развивают наш город. В силовых структурах можно долго перечислять. Когда люди умеют трудиться, в том числе и в администрации, появляются результаты. Передовиков труда с праздником поздравили и депутаты. Я от всей души поздравляю вас с Днем труда. Желаю, главное, что они люди труда, чтобы их труд был всегда оценен по достоинству. Поэтому желаю вам этого и искреннего человеческого счастья. Пожелать вам семейного благополучия, любви, счастья и взаимопонимания в ваших семьях. Спасибо вам большое за ваш труд и с праздником. Андрей Булгаков за ударную работу наградил почетными грамотами лучших сотрудников предприятий и организаций, среди которых есть и представители трудовых династий. Так, одну из них возглавляет Тамара Николаевна Марфич. Ее родные и близкие уже несколькими поколениями работают в Щелкове на заводе «Эна». Ну вот сейчас получается 351 год. Династия 5 поколений. 5 поколений у нас уже работает. Вот моя дочь. В пятом поколении. В микрорайоне Чкаловский многие знают Анатолия Киселя, инструктора по спорту муниципального учреждения физкультурно-оздоровительный комплекс. Уже много лет он помогает юношам становиться сильными, тренированными, быть готовыми идти служить в армию. Сейчас такая международная обстановка, что нам нужны крепкие ребята, влюбленные в свое дело. Патриоты Родины. Ну, поэтому работаем, стараемся, занимаемся, тренируем ребят и девушек. На Дне труда более 40 работников предприятий и организаций были награждены почетными грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками. Украшением вечера стал праздничный концерт. Андрей Цеходович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.